Доброе утро, мои хорошие! Сегодня у этого красавчика день рождения. Ему исполняется ровно год, точнее год, как он живет вместе с нами. Поэтому мы будем отмечать. У тебя будет тортик со свечкой, представляешь? Подарочки, радость, шлёдость. Уже 4 килограмма 200 грамм, малыш мой. Я прям не вылазю из этого свитерочка. Сейчас буду делать макияж. Сегодня, кстати, день мамы. Именно поэтому вчера я никому не сказала. Выбралась из дома. Пошла выбирать и бабушке, и маме подарки. Но в конце никто ничего не оценил. Поэтому сегодня идем все это менять. В общем, сейчас я использую тон от NYX. Вот такой вот. Это, кстати, новый дизайн этого тонального. В общем, никто ничего не оценил. Бабушке я подарила. Так, что я купила? Вот такой вот органайзер для бабушки, чтобы хранить здесь свои лекарства. Обычно бабушка хранит в потрёпанной, убитой жизнью коробке. А здесь можно даже и закрыть. Вот так вот раз. Все лекарства здесь и под кровать, где они обычно у нее лежат. Мне кажется, очень удобно и опрятно, красиво смотрится. Это я уверена, что ей понравится. А вот над этим я немножко сомневаюсь. Если честно, купила ей такой платочек. Она подобное носит, но я боюсь, что она скажет, что слишком ярко. Я такой носить не буду. Платочек, кстати, не дешевый. Очень-очень качественный, красивый, теплый, большой. Надеюсь, что бабушка оценит. Еще купила две такие расчески. Бабушке просто сломалась расческа. Я думаю, что она будет рада. Хоть небольшой такой подарочек, мелочь, а приятно. Ей не понравился платочек. Она сказала, что слишком яркие цвета на платочке. Типа она уже пожилая, ей не по возрасту. Я ей предложила альтернативу. Давай маркером замажем эти цветочки, сделаем их чуть-чуть сдержаннее. Бабушка говорит, ты просто испортишь. Так что не надо, говорит, верни, купишь другой. В общем, знаете, самое сложное, вот я люблю делать подарки, я люблю радовать своих близких, но проблема в том, что никто как бы не оценивает. Не то, что не оценивает мой труд, людям стало очень сложно угодить. И это не только моим близким, вообще всем. У всех свои вкусы, свои предпочтения. И ты, получается, выбираешь, а потом в конце это людям не нравится, и это немножко расстраивает. И именно поэтому лучше всего дарить деньги. Я дала маме вот эти вещи, говорю, иди поменяй, на тебе карточку, иди купи то, что ты хочешь. Она у меня посуду просто обожает. И она давненько хотела кофемолку. Я говорю, купи себе вазу, которую ты хочешь так давно, купи себе кофемолку. Хоть и мне хочется делать сюрпризы, снимать на видео реакцию моих близких. Хочется, чтобы реально человеку понравился подарок, а не просто ради галочки. Подарил, все. Поэтому в который раз убеждаюсь, что самый лучший подарок – это деньги. Вот зачем он всегда так делает, я не понимаю. У вас тоже котики так делают? Он по бумаге просто неравнодушен. Вот такой новый блокнотик, кстати, я купила вчера. Не знаю зачем, вот я обычно, когда покупаю такие вещи, я думаю, блин, зачем мне это нужно? Что я буду здесь писать? Но мне просто так понравилось, так мимимишно, я решила взять. И, кстати, такой у меня было первый раз в жизни. Здесь было написано 80 копеек, а потом, когда я пошла на кассу, этот блокнотик стоил 70. Обычно всегда бывает все наоборот. И такой небольшой малипусенький спойлер новой моей коллекции. Вот такая вот красота. Здесь у нас будут чехлы на телефон разные. Вот такие вот страницы я сделала, яркие, все аккуратно. Я обожаю, когда все сделано аккуратно. И вот, получается, 9 чехлов будет, и внутри них будут попадаться программы, которые я использую обычно в телефоне, часто используемые программы. Как сказать, обои на телефон и еще такие наклеечки. И тут смотрите, какая вкусняша готовится. Сейчас буду для вас снимать мукбанг. Жду не дождусь. Голодная как волк. Макияж у меня получился вот такой вот. Мне надо сделать колпачок для Твикса. Правда, он вообще не понимает, что происходит. Но удивительный момент, что я подобрала Твикса с улицы именно на День матери. Прикиньте, как это символически.
Ну, в общем, как раз-таки год сегодня, как Твикс живет с нами. Правда, это его не настоящий день рождения. Я не знаю, какого числа именно точно он родился, потому что, когда я его увидела впервые, он был двухмесячный. Поэтому я решила, что отчет будет идти со дня нашего знакомства с Твиксом. Поэтому сегодня ровно год, как Твиксик живет с нами. Я безумно рада этому. Если у вас нету дома домашних животных, вам вот от чистого сердца рекомендую. Это просто счастье. Не знаю, каждый день просыпаешься, видишь его, о ком-то заботишься, это классно. Так что подбирайте с улицы домашних животных, вот делайте добро. Вот такая вот поляна у меня получилась. Жду, пока остынет. Супер горячий есть не могу, мне даже неприятно. Люблю еда, когда просто теплая. Горячий не ем. У меня и зубы чувствительные, недавно чистку зубов сделала вчера, поэтому пока что жду. А это небольшой тортик на день рождения Твикса. Твикс! Сына! Твикс, Твикс, Твикс! Сейчас припрется. Твикс, 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 Твикс! Вот его радость! У тебя сегодня день рождения, сына! Сейчас будешь задувать свечки. Твикс! Твикс, 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 Твикс! Иди сюда, мамина радость! Мамина сладость! Подожди, оденем колпачок на голову. Да подожди, 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 подожди. Это день рождения. Ты чего, Твикс? Ты чего? Вот, все. Колпачок не стоит на башке. Потому что башка пустая, Твикс. Так, подожди. Задуваем свечи. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! Мамина радость! Год назад в семье появилось золото. Да не бойся, это всего лишь свеча, это фигня. Ну, правильно делаешь, береженого Бог бережет. Смотри, оливочки. Сытый мальчик. Видите, он не голодает у меня дома. Понюхал креветку и взял оливку. Сейчас оливку украдет. Все. Паштет нам не нужен. Нам нужны оливочки. Тут лежат креветки. Креветки ему нафиг не сдались, когда есть оливки. Твикс, ты думаешь, на этом подарки закончились? Нет, солнышко. Слышишь меня? На, такой вискас тебе от бабушки. Такой китикет тебе от мамочки. Такой прохвост от дедушки. А это тебе от бабушки. Ешь на здоровье. Расти большой, воспитанный, нигде не писи, никак и в ненужных местах. Ты мой сладкий, мой сына, сына мой. Ты мой масина или мамин десина. Смотрите, кого я поймала. Да все будет хорошо, ты будешь жить как в масле с блогером. Ненормальный вот. Нет, на транспорте можно на такси поехать, но проблема в том, что ни один магазин не открыт просто. Суббота и воскресенье коронавирус работает, в остальные дни коронавируса нет. Смотрите, какие здесь сладкие котята. Может взять одного к себе домой. А вот и мамочка. Они уже тем более маленькие. Ой, большие. Иди ко мне. Идем, я тебя приючу. Иди так.
поймать их. Скоро зима, как они будут? Я хочу их приютить, не могу поймать, они убегают от меня. Я не знаю, какой из них мальчик, я хочу мальчика. Не получается, и мама тут против, говорит, зачем тебе оно надо. Ну блин, я так хочу, они такие милые. Смотрите, кого я поймала. Да все будет хорошо, ты будешь жить как в масле с блогером. Все у тебя будет вкуснотища, на мукбанках вместе сидеть будем. Че ты паришься? Красотка или красавчик, я так и не поняла. В общем, надеюсь, что мама меня не выгонит из дома. И не очень маленькая она, или он. Надо посмотреть в одно место. Ой, стоп, 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 не убегай. Не убегай, жизнь будет прекрасна. Я тебе обещаю, я тебя искупаю, я тебе дам покушать. Все у нас будет круто. Мы с тобой заживем. Смотрите, как раз попереживался сладкий. Мы с тобой блогерами станем. Я тебя несу в лучшую жизнь. Все будет у тебя хорошо. Прям переживает. Куда это меня? Куда это меня? Сладуся. Мы сейчас домой идем. На улице холода. Ты думаешь, хорошая жизнь тебя ждала? Нет, пупсик. Сейчас будет хорошая жизнь. Домой, сладенький, посмотрите, какие усики у него. Ну, усики какие, ну, мужик. Мужик настоящий. Пойдем искупнемся. Взяла вот такое старое полотенце. И здесь у нас такая ванночка осталась. Привезти его сюда и искупать. Извини, мой Людуся, извини. Надо искупаться. Подожди. Подожди, 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 подож